Я решил вернуться в 2017 год и переснять все свои рубрики. В течение месяца будут выходить данные ролики в рандомном порядке. Сегодня мы начнем с главной рубрики на канале, которая дала огромный буст и по сути узнаваемость. Если вы помните, у нас даже конфиг был со спамом на эту тему, а в Steam профиле у меня до сих пор остался этот фон. И конечно же, я говорю про лайфхаки в CSGO, которые по сути должны быть фишками. Но в тот момент очень сильно хайпил канал Сливки Шоу, и я решил позаимствовать. Мне кажется, весь эффект был именно в названии этих фишек. Не забудь поставить лайк, если ты олд. Ну а мы сейчас приступаем. Полетели. Карта Dust 2. И сейчас я вам покажу, как можно спрыгнуть с этой позиции на машину совершенно беззвучно. Это сделать легко. Странно, что такое вообще возможно. Но CSGO — это игра багов. Как мы это делали обычно? Если понимаем, что перетяжка идет под А, мы просто прыгаем и забываем про все, хотя легко можем словить пулю в спину из-за звуков. Как этого избежать? Мы становимся в этой позиции, подходим к стеночке, прицел наш смотрит в этот угол, держим shift и просто проходим дальше, прыгаем в самом конце, и это все происходит бесшумно. Это гораздо удобнее, чем спускаться по этим блокам, потому что противник может находиться рядом и просто вас увидеть или даже услышать. Ну, по идее, прикольно, но не прям юзабельно, нормально. Карта Демираж, и я вам сейчас покажу молотов, которые можно кинуть прямо на сайт с Т-базы. Да, вы сейчас скажете: Эрик, такие молотовы никто не кидает, это шанс 1 на миллион. Да, возможно, шанс 1 на миллион, но Simple доказал обратное. Вспомним мой ролик из 2018 года. Мы прыгаем вот на этот заборик и берем молотов в наши руки. Целимся в эту точку, и после чего кидаем молотов, как показано в ролике. Самое главное, с прыжком. Так, ну а сейчас смотрим, что Simple показал на официальном матче. Halfway point. Simple's got a Molotov lineup over top connector. This is fire. Literally lit. Let him have it. Yeah, that's beautiful. Да. Это можно использовать. К примеру, в low HP вы поставили бомбу примерно вот в этой позиции. Подходите к яме, поднимаемся сюда, прицеливаемся посередине этой линии и наводим прицел вот в эту точку. Нажимаем на jump throw. Молотов летит прямо туда, куда нам нужно. Он закрывает и защищает бомбу сразу в трех позициях. И здесь, и здесь, и здесь. Вы можете обороняться и стреляться даже в такой ситуации, когда противники на вас уже выбежали. Саша, я жду такой молотов на мажоре. По идее норм, но тоже редко обязательно. Так, нормально. Карта Денюк, ваша задача сделать ретейк под А, и вы играете с Хевена. Если у вас есть в руках смок, вы обычно кидаете его сюда, который закрывает венты. Да, вент вас не сможет убить, он вас не видит, но второй вент открывается, мейн видит, поэтому это не особо эффективно смок. Есть хорошая альтернатива, сейчас он начинает пиариться, он кидается с лестницы. Он не такой простой, как тот, который я сейчас показал, но гораздо эффективнее. Мы спускаемся на лестнице до тех пор, когда красное окончание этой лестницы сливается с окончанием этой трубы. Находим эту полоску. Идем чуть левее, и примерно сюда мы кидаем, чутка опустив до самой низкой поверхности этой трубы. Кидаем. Этот смок ложится гораздо эффективнее. Здесь уже вас не видит второй вент, здесь вас не видит мейн. Используя такой смок, вы можете кинуть флешку, красиво выйти, либо просто спрыгнуть. Вас мало кто заметит, можно сразу убивать противников. На нюке очень топовая фишка, никогда о ней не слышал. Я думаю, всем будет полезно. Карта Dust 2, и возможно для вас это покажется каким-то примитивным смоком, но это работает, и это лучше, чем то, что вы знали до этого. Мы становимся в этом углу, смотрим на эту точку, которая сильно выделяется. Зажимаем shift, проходим чутка вперед, и как только мы будем чувствовать, что мы подходим уже к углу этой стенки, мы начинаем прыгать на jump throw. Раз, два, три. Бывает и такое. Делаем еще раз. Раз, два, три. Этот смок летит прямо в Windows и закрывает так, что в него никто никогда в жизни не зайдет. Ну, как можно сюда зайти? Ну, этот смок, конечно, крутой, но очень мало есть фишек, ну, под него раундов, которые можно сделать. Карта The Ancient. Возможно, вы решили что-то сыграть, кроме Миража. И если такая ситуация произойдет, то вы знаете хороший one-way смок. Мы подходим к этому замку, целимся ровно посередине и находим такую ямочку. Кидаем смок, сидя на контроле правой кнопкой мыши. Смок прилетает настолько удачно, что у нас открывается огромная видимость того, что происходит у нас вот здесь. Выход с лонга. Вы спросите, нас же видно. Я вам сейчас докажу, что нет. Примерно так вы будете стоять в этой позиции. Мы кидаем этот смок. И сейчас мы посмотрим, как это выглядит со стороны. Я туда поставил бота, и сейчас вас спрошу, на какой картинке, слева или справа, есть бот? Если вы ответили слева, поздравляю, вы были правы. А если кто-то ответил справа,
то опять же вы были правы, потому что бот был там и там, и его вообще не видно. One Way на Ancient давно уже я видел, по идее норм, но я сам не тысячу там не играю, но многие игроки его используют. Поэтому тоже ставлю класс. Riders are starting to lose numbers quite quickly. They're thinning the herd. Инферно, у вас B раунд, и вы хотите пойти на B. Что для этого нужно? Это один смог и два молотова. Что обычно происходит, когда вы хотите выйти на B? Есть противник, который высиживает на этой позиции и ждет первый килл. У него обычно снайперка. Как убрать его с этой позиции? Мы становимся в этом углу, целимся в центр этого квадрата. Jump throw, и он прилетает ровно на ту позицию, которая нам нужна. Теперь он не сможет здесь ничего делать. Во-вторых, мы кидаем Smoke City. Это дефолт, который все знают. А вот этот молотов уже не все. Мы целимся в этот светлый квадратик и находим его угол. Кидаем Jump throw, и молотов благодаря некоторому багу попадает и не тушится. Горит дерево, горит подсадка. И есть у нас смог, в который мало кто захочет пройти. В реальной игре про игроков моликов не остается. И это самый ненужный молик. Лучше за тройку либо тупую дать. Но на фейсипах, не знаю. Тоже на машину лучше 4 кинуть. Карта Демираж. Спасибо Саше Симплу за то, что он показывает такие фишки на стримах, которые можно взять и показать вам. Как сделать ретейк джангла, если вы знаете, что там есть противник? Просто выйти постреляться — это плохая идея, вы слишком легкая жертва. Но вот если кинуть смог в этот угол и зайти в него, то вас здесь уже не так сильно видно, и у вас появляются шансы на хороший ретейк. Смог в окно на фейсах, наверное, норм, на проиграх не прям. Но старая фишка тоже, они все знают, кто-то даже из перед академии вроде корону ее кидал, этот смог, если мне не изменять память. Карта Доверпасса — это начало раунда. Если вы предполагаете, что у противника есть снайперка, и возможно он на этой клумбе, может быть он любит так делать, вы можете его убить, а он даже вас не заметит. Как это сделать? Вы просите вашего тиммейта сесть на этот фонтанчик, после чего вы на него прыгаете. Мы прыгаем один раз, видим голову, где находится противник. Вот он. Если он будет стоять слева или справа, без разницы, вы это будете видеть. Как минимум, вы уже получаете информацию о том, что он там находится. Сделать такой буст и проверить это занимает секунд 5. Но если вы слишком бесстрашны и хотите попробовать лаки, то вы можете его убить. Буст на овере. Ну, я тут не буду скромным. Один из первых, кто начал использовать этот буст, это я. Мне его сказал Джонта там 3 года назад, он это в Тайлу еще нашел, когда тренировал, поэтому мои фишки тоже есть в этом видео. Карта Девертига, и сейчас я вам покажу One Way, который поможет вам отстрелять рампу и даже цемент. Для этого мы должны найти вот эту вот открытку, навестись на черную точку, после чего встать и кинуть смог правее желтой линии, примерно вот так. Смог ложиться, и у нас открывается огромное пространство для того, чтобы убить противников. И цемент виден, и поднятие с рампы. Это все, что нам нужно. Мы поставили бота, и сейчас мы кидаем ту же гранату, которую я кидал только что. Вот, как вы можете заметить, его просто не видно. С его же стороны, очевидно, больше видимости. One Way-чик на вертига в целом, по идее, норм, но там надо со всех ракурсов просмотреть и понимать, какой именно угол занимать. На видео я не особо не понял, но ahead of the game, overwhelmed by Dexter. Crimo with a gap and a smoke. We'll find Dexter a quick trade back towards. He also feeds himself to him, and Crimo on for the triple. Frozen had no idea where he was. Карта до Инферно. Ваша задача — это сделать ретейк под А. Возможно, вы в команде остались одни. Это не проблема. С такой раскидкой можно выиграть. Вам понадобится один смок и один молотов. Мы становимся к этому замку и кидаем смок правее этого пятна. Смог ложиться так, что у нас открывается One Way. Теперь мы можем подняться на эту коробку и видеть, что происходит у нас вот здесь, на балконе и даже в яме. Но вы спросите: Эрик, слишком много открытых позиций справа. Да, это абсолютная правда. Поэтому этот смог кидается в комбинации с молотовым. Берем смог, кидаем его, как и показывали. И дальше уже молотов чуть выше этой трубы, на Jump throw. Такая раскидка поможет вам подняться на эту коробку и убить противников, забыв про правую часть, потому что она вся горит, даже в этом углу. Инферно, Смоки, Молик тоже не буду высокомерным, скажу, что я уже давно
эти гранты нашел, осознал, что они очень редко у меня остаются. А так смог там на этот ящик и море. Не прикольно ретейк. На фейсетах будет очень полезно людям. Я один из первых начал использовать.